Дорогие наши друзья, мы рады всем вам на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы объявим победителя конкурса лайков. И мы возьмем вас сегодня в магазин за покупками для нового школьного учебного года. Мы покажем, что сегодня детки купили для школы. Оставайтесь с нами. Победителем конкурса лайков в этот раз стала Лилия Туташинская. Ее лайк был под номером 99. Мы вас поздравляем, ждем ваш адрес на нашу электронную почту. Мы вам вышлем открытку по фотографии от нашей семьи, а также несколько наклеек. И мы благодарим всех за лайки, комментарии, за поддержку, за вопросы и за то, что вы с нами. А сейчас поехали в магазин. Мы пойдем в школу через 19 дней. А я поеду на работу через 2 минуты. Ну кому что, кому в школу, кому на работу. Говорят, учение свет, не учение. Чуть свет и на работу. Так у меня. Привет, Кит. Дженнифер. Кэти, покажи, что у тебя в руках. Так, написано Кэти, в 3-й класс идет, и у нее написано, что нужно купить здесь. Вот мы сейчас поедем куда, Кэти? В магазин. Дети в школу, а папа в свою школу. Вот Лидочка у меня хорошая девочка, вот взяла кофеечку, у меня бутербродиков. Кушай на просто здоровье. Прекрасная жизнь, да, Вика? Чуть-чуть холодно. Вике чуть-чуть холодно, она стоит здесь рядом. Давайте, вот это на моё. Давайте, все, пока. Все, попрощались с папой и поехали за покупками. Такую поездку мы делаем раз в году перед началом учебного года. В этот раз школа у нас начинается 5 сентября. Приехали мы в магазин «Шопка». Мы приехали в магазин покупать школьные принадлежности. Это будет интересное событие, поход. Кто с кем идет? Викочка, кто с тобой? Маргарита и Кэти. Вова, ты с кем? С Ангелиной. Неля, ты? С Дженнифер. И Алена. Окей. Все, пойдемте. Опять мы приехали в Шопка. Список свой. Вова, как всегда, все повырезал там. Ага, вижу, вижу. Молодец. Все, каждый свою тележку берет, да? Дженни, а ты что будешь покупать? Смотри на маму. Ты тоже к школе будешь покупать, да? Да. Эвершарп. Вот они. Во, они очень хорошая цена у них, смотри. Нет, вот эти хорошие зебры. Oh yeah, can I have two? Ты что ищешь? Everything. Покажи, что первое тебе нужно купить. Sharpener. Я не знаю где. Точилка, карандаши, extra lead. Ну пошли искать. Что, оно пахнет вкусно? Дай понюхаю. Did you make the camera so? Yeah. Вкусно пахнет? Smell it. Чем пахнет? Like this ice cream. Смотри, Ангелина. Она хотела такой большой пенал. Да? Yeah, but I think Mama wants a different color. Ну так возьми розовый или синий. Oh.
Окей, Дженнифер, ну что ты купила уже? Вон уже сколько много. Это все твое? Карандаши. Пенал. Это тоже пахнет, да? Сейчас понюхаю. Уже все пришли на кассу. Okay, вставай с Вовой. На улице дождик. Выходим все. Скорее, быстрее, быстрее, быстрее. Сделаем маленький перерыв и объявим, что на канале «Папа и сын» проходит сейчас новый конкурс «Борьба на руках» «Армрестлинг». Выходите на их канал, посмотрите правила этого конкурса, также там участвуют наши девочки, и посмотрим, кто же победит в этом конкурсе, папа или сын. Ссылка под этим видео. Заходите на их канал. Скорей, скорей! Стойте! Стойте, подождите. Остановка в следующем магазине, Walmart. Мы едем докупать все, что мы не докупили. Они у меня. Идем, идем. $0.40 тетрадки. Нам надо college ruled. Вот они. Но это большие тетрадки. Это я себе взяла. Мне нужна такая для офиса. Вот это циркуль. Клей. Очень хорошая цена на клей. Так, сейчас еще посмотрим, что здесь у нас есть. Карандаши. Пластики. Вот точилки есть. Маргарита, ты взяла себе точилку? Маргарита. Точилку взяла себе? Вов, покажи, что ты взял. I have a binder. I bought one from Sharpie. Вот мы взяли какой циркуль. Вове. А тебя покажи, какой красивый для девочек. Вон какой красивый компас. Ruler. Циркуль. Теперь мне только нужно calculator, whiteout и eraser. Есть вот такой, но он какой-то пластмассовый, не очень хороший. А это железный хороший. Ой, главное не падать ничего. Ангелина, ты линейку взяла себе? Нет. Смотри, есть деревянные линейки. Ой, все падает здесь. Или есть резиновые линейки, или есть пластмассовые, которые держать можно. Okay, бери. Выбрала себе доску. Just take that one, because then you can just draw this. Да, молодец. Вова, он советник хороший. And then you can erase the top. Это для карандашей LED. Надо взять, наверное, штук 5. Мы сейчас идем в другой отдел. Что мы не нашли в том отделе, сейчас будем искать здесь. Чего это ты нашел, Вова? Calculator. Покажи, Ангелин. Можно вот так сделать. Как будто у тебя это будет маленький лаптоп, да? Ой, я уже устала ходить. Что? Ну ты можешь взять себе такие закладки. Вот, возьми вот эту вот, которая подешевле. Ты уже все? Ангелина, все? Okay, все, я тоже все, Вовина вещи тоже все, я себе взяла такой байндер.
Так, вот кроссовки нужны. Кому нужны кроссовки? Да. Вам двоим? Да. Окей. Но вы берите удобные кроссовки. Можно кроссовки, а можно просто такие. Oops. Вот эти вот. Как у Маргариты. Нет, вот мы в магазине, я тут сижу, и я уже очень устала. Я вообще не люблю в магазины ходить. Глент, любишь? Да. Нет, я не люблю, я очень устала, особенно когда надо много ходить, мерить, искать. У меня глаза разбегаются, и меня начинает уже тошнить. Иди сюда. Покажи, какие кроссовки ты себе взяла. Вот эти. Вот эти. Мы сейчас сидим и ждем здесь Кэти и Джинал. Им тоже нужно выбрать кроссовки. И все, и мы пойдем купим, наверное, мороженое и поедем домой. Сейчас уже 10 час вечера. И мы почти одни в магазине. Уже 9 часов вечера. Да, чувствуем. А спать не хотите? Нет. Сейчас 10:30 вечера, мы уже выходим домой. Ой, я была такая голодная, что купила себе один банан. Зато мы все купили. Все для школы, мы вам потом завтра покажем. Спасибо, что вы были с нами. В следующем видео мы будем разбирать эти покупки дома. Задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и приходите к нам еще. До свидания!